Скотина! Убить! Обобрать! Остальное закопать! Вперед, плотва! Но! Гляди, плотва! Гнездо гулей, надо его уничтожить. Thank you.
Самогону желаете? Постного сыру. Товар у меня немного, но все отличное. Покажи мне свои товары. Будь здоров. Иди своей дорогой. Стой! Барон у себя? Смотря кто спрашивает. Ведьмак, хочу с ним поговорить. А я хочу оттрахать прекрасную королевну Церро. Я же его знаю. Ты давеча в корчме на распутье сидел. Я-то думал, ты по-хорошему пойдешь своей дорогой. Вот и пришел сюда. У меня дело к барону. И что за дело? Важное. Только для его ушей. Добро. Лодрин, пусти его. А ежели он что учудит, так нас все одно больше. Открыть ворота! Сержант! Ардаль! Ведьмак к барону! Только тихо. Понял? Понял. Ты в темерском войске сержантом был? Не твое это дело. Дезертир? Нет больше темерского войска. Так что ты тут делаешь? Когда черные нас разбили, у нас был выбор. Смириться и попробовать жить нормально. Или уйти в партизаны и сражаться за родимую Темерию до последней капли крови. Мы выбрали первое. И барон вами командует? Ну да. Команда. Давно уже добычу поделили. По крайней мере, я бы так сделал. А ты сиди тихо. Силы на казик не береги. Вот в Изиме были балы. Танцевал я там пару раз с моей Анною. Нас! Как мы там кружились! Раз, два, три, раз, два, три. Yes. Хватит! Поставки должны быть раз в неделю. Мне все равно, как ты это сделаешь. Вы не останетесь на чай?
У тебя и без того гостей хватит. Даже на чай не остались. А еще говорят, культурная нация. Со слухами всегда так. Мало что совпадает с реальностью. Это верно. Я знаю, кто ты. Догадываюсь о том, с чем пришел. Прошу. Располагайся. Где-то у меня была еще водка. О, нашел. Выпьешь? Спасибо, я не за этим пришел. Ну, как хочешь. А я вот не люблю сидеть сухим горлом. До войны тут была винокурня, лучшая в Велине. Сожгли ее до основания, сукины дети. Ну, к делу. Я Филипп Стенгер. Мужичье меня зовет Кровавым Бароном. Геральт из Ривии. Мужичье меня зовет Мясником из Блавикина. Я уже сказал, я знаю, кто ты. Признаться, мы только потому и разговариваем. Как тебе Велин? Мне не нравится. Повсюду топи, трясины, болотистые леса. Именно так. Если кто пропадет, так тяжело потом искать. К чему ты клонишь? Многие потеряли здесь близких. Кто жен, кто дочерей. Ты скажешь, наконец, в чем дело? В Цири? Ты же здесь из-за нее? Значит, она тут была. Она попала ко мне не так давно. Была без сил, ранена, осмердела, как шелудивая псина. Позже мне сказали, что она пришла со стороны болот. Сказала, что по пути к деревне на нее напали чудища. Этого еще не хватало. Надо уходить. Можешь слезать! Привет, малявка. Ты потерялась? Так, немножко. Ты тоже? Ага. Только совсем немножко. Значит, ты знаешь, куда идти? Еще нет. Но если мы пойдем вместе, то обязательно что-нибудь придумаем. Что с тобой случилось? А, ты про это? Пустяк. Откуда ты тут взялась? С дядькой пришла. Он мне велел идти по сладкой тропинке, чтобы наесться. И сказал, что подождет. Но я и шла. А там летел мотылек
Я побежала за ним, ну и потерялась. Почему папа отправил к тебя по сладкой тропинке? Ну, потому что утром еды не было. Не поняла. Я немножечко плохо себя вела. Разбила крынку с молоком. Родители, наверное, разозлились. Мама наказать меня хотела. А тетя сказала, что и так слишком много ртов кормить. И что как пойдем по сладкой тропинке, так все заботы из головы и вылетят. Когда вы с папой вышли из дома? Утром. А солнце тебя светило в лицо или в спину? В спину. Значит, надо идти на восток. Тогда пойдем, я тебя отведу. И объясню твоим родителям, что нехорошо терять детей в лесу. Мы не сможем. Тут волчий король и его стая. У волков нет королей. У этих есть. Ты сама видела? Да, то есть нет, то есть из-за деревьев. Он был вот такой огроменный. И глаза у него во, и зубы большущие. И весь он был ужасно страшенный. Видишь, что у меня на спине? Этого и волки боятся, и короли. Пойди-ка сюда, я тебя подсажу. Можно выходить. Ну... О, здорово их подрали. Наверное, у этой твари здоровенные когти. Глянь-ка, что там лежит. Подожди тут. Не подходи. Но... Никаких «но». Останься здесь, я кое-что гляну. Белки красные, все еще влажные. Умер недавно. Рот раскрыт. Губы перекошены. Но язык прокушен. Перед смертью ему, наверное, было очень больно. Раздавленная грудь. Ребра пробили легкое. Что-то его подбросило и ударило об дерево. Нога оторвана. Или, скорее, кто-то ее отгрыз. Стой там и не подглядывай. Костный мозг высосан. Интересно. Посмотрим. Печени нет. Сожрали. Зачем ты копаешься у него в животе? Посмотри лучше, у тебя шнурки завязаны. Похоже, малявка не выдумала этого волчьего короля. Это волколак. Что с ним случилось? Упал он. Случайно. Ну да, конечно. Это волчий король его подрал. Из каких это пор дети стали такими умными? А что мы будем делать, если он и на нас нападет? Хороший вопрос. У меня нет серебра. Но я могу приготовить масло. Масло? Подсолнечное? Нет, особое. Из собачьего сала, борца, собачьей петрушки и волчьей печени. От него волчьему королю будет очень-очень больно.
Какая ты умная! Откуда ты знаешь такие штуки? Тебя тятенька научил? Нет, не тятенька. Дяденька. Дядюшка Весемир. О, здорово их подрали. Наверное, у этой твари здоровенные когти. Можешь выходить. Как? Свинья? В таком месте? Значит, где-то рядом есть люди. Часто родители детей на сладкую тропинку посылают? Брюхо все разодрано. Когти очень мощные, волки бы так не смогли. Веди. Отлично, все есть. Осталось найти место, где можно развести огонь и спокойно приготовить масло. Ты что делаешь? Масло для меча. Посмотрим, как действуют рецепты дядюшки Весемира. Немножко темно. Боишься? А ты? Нет. Волчий король, теперь ты мне веришь? Верю! Прячься! Yeah.
Ну ты даешь. В жизни такого не видал. Малявка, вылезай. Тебе повезло. Вовремя мы подошли. В лесу мы видели одного, менее везучего. Это Ярон. Мы возвращались из Подлесья. И это чудище на нас напало. Я-то сбег, а Ярон... Эй, тише. Тут же малявка. У тебя бинты дома есть? И что-нибудь от заражения? Он меня поцарапал. Меня-то нет. А вот хозяин мой, человек серьезный. Он-то точно поможет. Может, даже награду какую даст за убой волколака-то. Ну ладно, веди к своему хозяину. Кого вы мне притащили, а? Это не моя дочь! А вторая? Ни та, ни другая! Дочь-то я узнаю? Та, что постарше, может, и не ваша. Но шибко похожа. Так как? Будет награда? Я тебе, сука, покажу награду! А ну, упердывай отсюда, пока я пса не спустил! Ну, вкусный гуляш? Очень. Спасибо большое. Я не ела уже. Да я вижу. Рад, что нравится. Как подкрепишься, ванна для тебя готова. А потом и поспать недурно, а? Грядка за печкой, а тебе я велю приготовить гостевую комнату напротив кухни. Спасибо. Я... Тихо, тихо, ты ешь спокойно. Мы еще поболтаем, когда отдохнешь. Я приказал своим людям о ней позаботиться и оставил ее отдыхать. А потом? Ну, это уж совсем другая история. Что стало с той девочкой, которая с ней пришла? С Греткой? Ничего, она здесь. Помогает на кухне вон. Мне не хотелось ее домой отсылать после того, что Цири рассказала о ее родителях. Тут у нее и стол, и дом. Не пропадет. А что с Цири? Я же тебе сказал, это совсем другая история. Я так понимаю, ты хочешь поторговаться за эти сведения? Соображаешь. Я сочувствую твоей утрате, но... Так случилось, что мои жена и дочь тоже пропали. Предлагаю уговор. Найди моих близких, а я расскажу тебе все, что знаю о девушке, которую ты ищешь. Я тебе помогу. Я найду твою семью, но потом ты расскажешь мне все, что знаешь. Вот тебе мое слово. Стража! У этого человека здесь иммунитет. То есть пускай его никто не трогает. Чё пялишься? Это в подтверждение моей доброй воли. Когда ты последний раз их видел? Они пропали в последнее новолуние. Как сквозь землю провалились. Что значит пропали? Ну, пропали. Я утром просыпаюсь, а их нет. Ты пробовал их искать? Я людей сразу же разослал, но они на такое дело не годятся. Последний мешок зерна у мужика, вот они из-под земли достанут. А человека в жизни не найдут.
А кроме того, в Велине сплошные трясины, заболоченные леса. Полно укромных мест. Если хочешь кого-то спрятать, лучше края не найти. Возможно, их похитили. У тебя есть враги? Какие там враги? Мужичьё всякое там, недоёбки. На мою семью ни один не осмелится руки поднять. А те, что могли бы осмелиться, давно уже червей кормят. Перед их исчезновением не случалось чего-нибудь необычного? Может, они вели себя странно? Да все было как обычно. Мужики раз пришли с жалобой, что чудище загрызло бабу у колодца. А раньше там еще какую девоньку. Но в Велине это обычное дело. А мои женщины... Анна, как всегда, тихая, как мышка. Тамара занята своими делами. Ничего необычного. Должно быть, двум женщинам тяжело жилось в таком месте. Что это значит «в таком»? У них тут было все, что душа пожелает. Перепелки на обед? Пожалуйста. Голубые ленты из Тусента? Сколько пожелаете? Я имею в виду общество твоих людей. Они твоим женщинам не докучали? Не, они те еще разбойники, но свое место-то знают. Они понимают, что если хоть кто-нибудь глянет на Анну или на доченьку мою, я с него шкуру спущу. Этого все еще мало. Можно осмотреть их комнаты? Зачем? Может, я найду там какие-то следы. Я чужим не позволю рыться в их вещах. Ты хочешь, чтобы я их нашел или нет? Хочу. Тогда не мешай работать. Ну, будь по-твоему, но я с тобой пойду. Все равно двери открывать. Знаешь, дочка моя в детстве очень любила зверей. Как-то увидела на спине оленьи рога и... Знаешь, что спросила? Понятия не имею. Папочка, говорит, а у этого оленя попа за стеной. Понял? Если ей кто зло причинит, убью нахер. Пришли. Вот, сука, опять заедает. Это наша спальня. Комната Тамары там. А у тебя, Седой, тоже вид, будто... Только не устраивай бардак. Когда они вернутся, пусть все будет так, как они оставили. Сосуд для благовоний и старый ключ. Интересно, что за дверь он открывает. Анис, сандал и что-то еще. Шафран? Кукла. Вот же дрянь. Выглядит как кукла, в которую втыкают булавки, чтобы причинить кому-то вред. Стаканчик накатил. Водки у тебя часом нету? Деревянный подсвечник, ножка сломана. С
Свежие цветы. Он что, надеется, что они могут вернуться в любую минуту? Стена другого цвета. Будто еще недавно здесь что-то висело. Может, эта картина по размеру подходит? Барон и его жена выглядят счастливыми. А здесь? А, кто-то закрыл дырку в стене. Интересно, что там с другой стороны? Так, интересно. Похоже, это деревяшка, ножка от того подсвечника. Вряд ли это совпадение. Похоже, тут дело дошло до драки. Поищу еще следы. Сломанный подсвечник, пятна от вина. Кто-то разбил бутылку. Эрвилюс из Тусента. Хорошей выдержки, долго не выветривается. Интересно, куда ведет след? А у тебя, седой, тоже вид, будто вчера всю ночь нажирался. Черт, след обрывается. Но можно поискать здесь что-нибудь еще. Еловая деревяшка. И пахнет можжевеловым дымом. Похоже на народный оберег. Интересно, от чего он должен был защищать? Кажется, здесь больше нет ничего интересного. Выпускай урода. Я думаю, урод спит. Тогда пойди и разбуди его. Будет вечный огонь, добрался уже и до Велена. Тебе здесь делать нечего. Я в стаканчик накатил. Водки у тебя часом нету? Ну как, уже осмотрелся? Я нашел куклу в комнате Тамары. Можешь что-нибудь о ней рассказать? О кукле? А что в ней такого интересного? Возможно, ее использовали для обрядов черной магии. Откуда она у Тамары? Черная магия? Ты сдурел, что ли? Да я ее сам для Тамары сделал. Ей тогда было 5. Мы были на ярмарке в Изиме. Тамара увидала чародейку эту, Трис Меригольд, и сказала, что хочет куклу, ну как эта чародейка. У меня денег-то не было на такие вещи. Я взял и сам сделал ей эту игрушку. А, так это Трис.
Да, теперь вижу. Очень похоже. Правда? Время ее порядком потрепало, но она все еще ничего. Если у тебя с нильфгаардцами ничего не выйдет, ты всегда сможешь стать кукольником. В комнате я нашел следы борьбы. Можешь об этом что-нибудь рассказать? Следы борьбы? Ты о чем? Думаю, кто-то на кого-то напал. Наверное, на твою жену или дочь. Она хотела защититься, схватила подсвечник, но не попала в нападавшего, а только пробила дыру в стене. Потом они еще дрались. Я не знаю я ничего об этом. В ту ночь я пьян был и ничего не помню. И я проснулся, когда их уже не было. Но вы же здесь не одни живете. Может, твои люди что-нибудь слышали? Я всех по три раза спрашивал. Конечно, никто ничего не знает. Здесь повсюду несет вином. Что случилось? Ну, это должно быть мои ребята. Какая пьянь. Ты даешь своим людям Эрвилюс? Ох ты, ну может и я разлил. Говорю же, я в ту ночь пьяный был. Да какое это имеет значение-то? Тут вино везде несет. Узнаешь этот медальон? Да, Анетта носила его последнее время. Ты знаешь, откуда он у нее? Понятия не имею. Нет здесь в окрестностях какой-нибудь чародейки или ворожеи? Ворожей есть. Старый чудило. Живет недалеко от больших сучьев. Ну и колдунья еще есть в Подлесье, но я о ней мало знаю. Она здесь недавно объявилась. Если Анетка ходила к кому-то, то скорее к колдуну. Она ведь чужакам не доверяет. Надо сходить поболтать с этим ворожеем. Только имей в виду, ты с ним вряд ли сговоришься-то. Он, говорят, в молодости порешил собственного отца секирой. Вот и после этого двинулся. Вроде как он духов видит. И с козой ебется. Меня его личная жизнь не интересует. Я хочу просто спросить о медальоне. У тебя, седой, тоже вид, будто вчера всю ночь нажирался. Целого батальона хлещет. Холодный желудок, четверть самогона выжрет. Что такое, седой? Даже глазом не моргнет. А мне один хер. Чем со скуки жопу чистить. Глаза у тебя как у кота. Что? Зачем? Сделаем новую модель. Чем могу служить? Я ищу кого-нибудь, кто возьмется изготовить доспехи. Очень хорошие доспехи. Ну что ж, я делаю доспехи уже 20 лет. И, надо сказать, кое-чего в этом деле достиг. Ну да. Не обращай на нее внимания. Последнее время она всюду сует свой нос. Ну так что ж за доспех тебе нужен? Легкий, прочный, чтобы не сковывал движение и чтобы надевать его без посторонней помощи. Ха-ха, что еще? Может, он еще и чистить сам себя должен и гузно тебе подтирать. Достаточно, чтобы он был удобный, прочный и легкий. Послушай, с доспехами вот какое дело. Если он прочный, то не может быть легким. Может, если есть правильные инструменты, такие как у клана Тордорох на Ундвике. Иоанна, ты обещала не вмешиваться, когда я разговариваю с клиентами. Не морочь людям голову этими своими скелликскими сказочками. Это не сказка. Мой дед плавал на Ундвик за панцирями, потому что люди из клана Тордорох делали самые лучшие. Так было до недавних пор. Но с год назад остров разорил великан. Люди бежали или погибли. Но кузни-то, думаю, до сих пор там. Проверить стоит.
Если я найду эти инструменты, вы сделаете для меня панцирь? Да, тогда да, но только тогда. Что-нибудь еще об этой кузне известно? Говорят, она была в какой-то пещере на северной стороне острова. Если я окажусь на Скеллиге, попробую найти эти инструменты. Будьте здоровы. Чем могу... Я хочу... Бывай. Эй, мужики, может на эту чудищу поохотиться? Хочешь посмотреть наш маленький склад? Мы тут собрали неплохую коллекцию. А то зачем добру по мужичьим халупам пыль собирать? Покажи мне свои товары. Будь здоров. Хе-хе, башка-то как крутится. Барон как наказывает, злой делается. Бьет барон. Значит, здесь ночевала Цири.
Неясная природа проклятий Лидия Ван Бредеворт. Откуда у нее такое? С посвящением барону и его жене. Кажется, у них в Вызиме были высокопоставленные знакомые. Волчок. Вряд ли им играла Цири. А вот Гретка... Это, наверное, Цири. Похоже, она уехала в спешке. Гретка? Я. А ты Геральт. Откуда ты знаешь? Потому что у тебя белые волосы и медальон с волком. Цири мне рассказала. Вы с Цири же разговаривали? Ну да. Она не говорила, например, куда собирается? Или зачем она здесь? Говорила, что ищет тебя и чародейку. Только ты здесь. Значит, тебя она не нашла. Ну, может, хоть другу этому своему помогла? Цири хотела помочь какому-то другу. Какому, не знаешь? Как это какому? Другу своему. Она сказала, что он угодил в переделку, а она должна его спасать. Это не твоя? Волчок, где ты его нашел? В комнате Цири. Мы играли там иногда. Однажды мне было очень грустно, и Цири вырезала мне волчок. Жалко, что ей пришлось уехать. Ты не знаешь, где Цири? Нет. Однажды, когда я принесла ей завтрак, ее уже не было. А барон сказал, что она уехала. Я спрашивала, куда? Я спрашивала, но он сказал, что я маленькая и все равно не пойму. Но Цири оставила мне подарок. Какой? Вот такой. Зеленый камешек. Ух ты, красивый подарок. Спрячь его хорошенько и никому не показывай. Он очень ценный. Спасибо. Ну, иди играй дальше. Я не играю. Я помогаю. Ты убьешь всех чудовищ? Всех!